Осень – прекрасная пора года, которая вдохновила многих писателей и поэтов. Она радует нас яркими красками листвы. Но согласитесь, радует тогда, когда это листва на деревьях, а не под ногами. Тогда это становится настоящей проблемой. И именно сегодня журналист Визбичи вместе с работниками 14-го дома управления будет эту проблему решать. Ну что ж, присоединяемся к нам. Сегодня мы убираем листья в одном из дворов на улице Терешковой. Сергей, скажите, я правильно работаю? Превосходный дворник. Идеальный дворник, да? Без работы я не останусь, друзья. Приходите к нам в брюхо. Спасибо за приглашение. У вас хорошо.